вареное бездрожжевое тесто, мое самое любимое. Раскрываю тесто, разъединяю и оставляю размораживаться. Из одного квадрата у меня получается 9 закусок. Когда тесто разморозится, выкладываю его на коврик, предварительно просыпанный мукой. Беру формочку для печенья звездочку и вырезаю 9 звездочек. Выкладываю тесто на пергамент. Яйцо взбиваю, взбитым яйцом смазываю тесто и отправляю в предварительно разогретую духовку на 15 минут на 180 градусов. В маленькую емкость добавляю маскарпоне. Креветки размораживаю, очищаю, мою и мелко нарезаю. Добавляю к маскарпоне. Соленые огурцы нарезаю на мелкие квадратики. Добавляю к маскарпоне и креветкам. Маскарпоне, креветки и соленые огурцы беру в равных долях. Укроп мою, просушиваю, мелко нарезаю ножницами и добавляю ко всему остальному. Добавляю соль и смесь перцев. Добавляю немного майонеза, чтобы начинка была более нежная на вкус. Все хорошо перемешиваю до однородной консистенции. Звездочки достаю из духовки и разрезаю пополам. Разрезаю очень аккуратно, не надавливая, чтобы звездочки не разломались. Нижнюю часть звездочки выкладываю чайную ложку начинки и накрываю верхней частью звездочки. Для украшения сверху выкладываю каплю майонеза. Получаются очень симпатичные звездочки. Ну просто очень симпатичные. А какие вкусные! Начинка вкусная сама по себе, а в сочетании со слоеным тестом это невероятно вкусно.